Eu sunt pătrățe fitoase Sky Fam. Satiani? Там утренний новый ролик вышел. Видели? Насрал и не смывается. Мы сопрещаем вам срать. Там будут чуши взрослые. Залезаем в ухо. Только не встретим в ухо. Поставьте лайк. Теперь он макушкой ударит. Почему не смыл с собой? И теперь их не будет видно с высока. Ой, с лифта орал! Получается, цирк уехал. Клоуна забыли. Апокалипсис сегодня. Сейчас я все исправлю. Но больше не застряйте. Четко. Вас слышно в тихом лифте. Ставь 3, если кушаешь сейчас. Чтобы лениво я не ходил по лестнице. Он оказывается в лифте. А иногда не включается. Может это оборваться. Повесили трещню. Это его старая работа. А если он оборвется, то ли полетит, но только вниз. Не будь лифтом, не делай за других работу. Откуда они вылезли? Ты глаза открывал? Он откуда вылетел? Циркуем. А может не надо валить дурака? У вас что получился вы стендап? Только не упади! Смотри за рай до конца. Конца есть кресло. Пишите комменты, чтобы попасть в описание.
товарищи, трус! Ой, Мася не выдерживала! Откуда? Ну, она разобьется. Было бы смешно, если бы она оступилась. Куда они все прыгают? Они бы все разбились. А он тебе слышит. Думаешь? И пусть ли так он не упал? Шептуну, что ли? Отпускай ноги! И прямо в ад нафиг. Откуда там потут? Где уж они там прыгают? Что у них с руками? А может, в лифт? Доктор Ливси на минималках. Вы вперед толкайте! Отсылка на три кота. Ты повеситься решила? Бросила их. Какать? Что писать в нем нельзя? Даже Лизе хочется... Секрет слова лифтик. Ща напишу это секрет слово. Даже с воображением другом нельзя. Готовь щепу. Чтобы если лифт задорался, умер только с розой. Чтобы если лифт сорвался, умер только с розой. Не умеете пусть за лифтом. Хотите повинить? Защемило дверями. И как идти в лифте? Не прыгайте, чтобы он опустился. Потому что ты слабый. Смотрите ролик дальше и будете сильными. Ссылка на предыдущий ролик. Заценишь, лайк поставь и подпишись на канал, чтобы видос интернет весь пора.